принцип этого проекта заключается в том, что люди должны этого захотеть. И у нас есть несколько случаев, когда там большой знаменитый дом, но есть несколько человек, которые не хотят, но они так не хотят, что приходится говорить, ну хорошо, ну значит нет, значит здесь пока не будет. Вот, с домом на набережной все получилось, у нас есть еще заявки отсюда. Мы постепенно будем добавлять и выбрали такое место, чтобы вот еще можно было продолжать туда, и там может еще вторая строчка. Но, конечно, не будет 200 с чем-то, сколько здесь записано за этим домом расстрелянных. Будет столько, сколько будет этих заявок, сколько людей захотят, сколько людей скажут, да, вот я хочу с этим именем вот здесь. И, конечно, надо отдавать себе отчет, что последний адрес вошел в такую стадию своего развития непростую. Потому что нам говорят и пишут, и бесконечно мы видим это во всяких фейсбуках. А чего вы всяких неоднозначно? У вас что, однозначные кончились? Вы что, со всеми очевидными случаями уже разобрались? Зачем вы беретесь за неочевидные? А вот на самом деле затем это все и было устроено. Вот наконец вы догадались, дорогие друзья, отвечаю я им или мои коллеги, наконец вы доперли, зачем это было устроено. Это все нужно для того, чтобы мы занимались с вами сложными, неочевидными вещами. Про очевидные разговаривать просто, недорого. А там, когда есть сюжет для разговора, вот тогда начинается все самое важное. Тогда люди начинают говорить о том, что, как им казалось, совершенно их не касается. И думать о том, что они давно выбросили из головы, или чего, может быть, в их голове никогда не было. А в этом, конечно, задача. Не в том, чтобы увесить все стенки наших городов разными железяками, а в том, чтобы люди про это разговаривали. Это важная вещь. Я очень рад, что вот сегодня дом на набережной, что называется, центрей не бывает, вот с видом на Кремль, куда уже дальше. И еще один дом сегодня будет тоже очень знаменитый, московский дом, в прекрасном месте, на Мясницкой, напротив клуба Петрович, как-то вся Москва знает. А завтра я пойду в Иркутск, а послезавтра в город Нижнеудинск. Это еще 500 километров после Иркутска. Он есть. В это трудно поверить, но он существует. Там тоже будет точно такая вещь. Вот абсолютно такая. На ней будет написано точно то же самое. Но только не журналист будет написано, а бухгалтер. А все остальное, ну и имя. Спасибо большое, я всех поздравляю. Я очень рад. Если кто-то хочет еще что-то сказать. Спасибо, да. Вам. Спасибо вам. Да, спасибо. Наташа. Здравствуйте. Я внучка Александра Георгиевича Тихомирова. И мой старший сын вот затеял с нашей со семейной стороны реализовать эту прекрасную идею здесь. Это, конечно, фантастический момент в жизни семьи. Мне очень жалко, что здесь нет моей мамы, которая жива, которая старшая дочь из троих детей Александра Георгиевича Ремейка Тихомирова. И ей 92 года уже почти, и она на даче плохо себя чувствует, к сожалению, не здесь. Но здесь большая часть нашей семьи. И я хочу сказать, во-первых, спасибо, конечно, Сергею и всем организаторам. Это фантастический момент возвращения моего дедушки, такого нематериального его возвращения в этот дом и в Москву. Бабушка была арестована осенью того же года, как член семьи изменника Родины, как это называлось, и вернулась в Москву в 1957 году, 20 лет спустя ровно. Еще хочу сказать, просто что для каждой семьи это часть семейной истории, есть частная сторона истории. И мы привыкли вообще, я думаю, что все эти семьи привыкли жить с мыслью о том, что это какая-то наша частная семейная история. Но таким образом она, конечно, становится частью истории страны, и это очень важно, это возвращение этой темы. Когда-то, когда КГБ еще, по-моему, оно было в
то время еще КГБ, а не ФСБ, открыла свои архивы в начале 90-х годов ненадолго, то мой дядя, сын Александра Георгиевича, туда отправился. И ему выдали дело нашего деда, его отца. И первое, что он там увидел на второй или третьей странице, это был донос коллеги нашего дедушки, который был по совместительству чекистом. И он был совершенно потрясен, потому что этот человек был жив еще тогда, и это был вот такой как бы какой-то вроде бы фактический виновник этих событий. И я очень хорошо это помню, дядя приехал к нам, к своей старшей сестре, и спросил, это был сакраментальный русский вопрос, что делать? Что ему делать с этим новым знанием, что есть человек, который вот это сделал, написал этот донос? И тогда мама, естественно, что в этих семьях, главным было, конечно, сохранить семью, было три основных цели – сохранить детей, сохранить семью и сохранить память. И поскольку в нашей семье все это чудом и колоссальными усилиями было сделано, хотя трое детей, 13, 11 и полутора лет, в 37 году в этом доме остались сиротами. Они, их родители исчезли, и они остались втроем. И вот все эти цели, сохранить детей, семью и память, они были в нашей семье выполнены, поэтому мама сказала, ну что ты можешь сделать, мы не на Сицилии, у нас нет вендетты, поэтому успокойся и попей кофе. Вот. И, в общем, как в масштабах того поколения казалось, что больше ничего сделать нельзя. Вот сегодня, благодаря организаторам этой всей затеи, есть один из ответов на вопрос, что делать. Вот, Сергей, спасибо. Это сделано. Это память возвращена. Спасибо огромное. Спасибо всем. И мне хотелось, чтобы все мы и следующие поколения хорошо запомнили и усвоили те уроки, которыми мы были свидетелями, а мы должны учить заново. Я считаю, что главный этот урок нужно уметь различать, к чему приводят всякие культы и культики, к чему приводят все эти вопли о врагах народа и пятой колонне. И я считаю, что нужно строго отличать подлинные чувства патриотизма от ксенофобии и всего прочего. Короче говоря, я хотел бы закончить словами теперь уже забытого журналиста, антифашиста Фучика, который, последними словами которого он погиб в фашистском застенке, были: «Люди, будьте бдительны». Вот это я хотел бы сказать. Надо быть бдительным. Михаил Кольцов, мой дальний родственник. Я, естественно, не застал Михаила Кольцова, но я общался с его братом Борисом Ефимовичем Ефимовым. И знаю эту семью, всю историю. И Александра Георгиевича Ремейко, это дедушка моих очень близких друзей. Вот дедушка Наташи Золотовой и Кати Золотовой, с которыми я тоже знаком черт сколько лет. Заявитель Саша Мансилья Круз, он внук испанского ребенка, а Михаил Ефимович Кольцов — автор испанского дневника. Один заявитель переплетается с другим, все либо родственники, либо старые и чрезвычайно близкие друзья. И это весь этот проект, это чудо какое-то, обретение памяти, узнавание, восстановление старых связей, обретение новых. И я считаю, что именно этим так необходим нашему обществу, в котором всего этого, в котором все связи, очень многие связи разрушены. И именно разрушение этих связей, оно мешает нам развиваться. А восстановление их, я думаю, позволит нам как-то двигаться куда-то вперед. Все. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Мама оказалась в Норильске 8 лет, как член семьи. Врач, потому и выжила там. Все, в общем-то,
как-то встали на ноги. Наверное, какие-то генные моменты существуют в природе. Ну, должен поблагодарить организаторов вот за то, что так неожиданно, много лет спустя, вот, воздается какое-то должное, пусть в такой форме. Хочется надеяться на лучшее, и что эти таблички не снимутся кем-то. Не должны. Спасибо вам всем. Спасибо. Наркомтяжпроме, когда Пятакова дело случилось, то естественно, что следом пошли его сотрудники. Ну, в общем, так или иначе, он попал все равно в эту мясорубку, потому что он возвышался на среднем уровне, и, естественно, и так или иначе попал бы под нож. Ну, вместе с ним попала под нож вся семья, которая жила здесь, на третьем этаже. Семья состояла из его жены, двоих детей, сына и дочери. Сын был студентом, дочь, будущая моя мама, была ученицей 5 класса, 13 лет. Его арестовали 13 октября, обвинили в создании контрреволюционной группы, ставящей целью диверсии и уничтожения советского правительства через ЦК КПСС. Как мне говорил Рав Зильбер, так он мне говорил, что это какой-то, так что-то он заработал такое обвинение. Ну, так или иначе, он погиб, следом за ним взяли бабушку в день, когда она похоронила свою мать. А в семье жили, кроме четверых уже названных человек, еще жили родители моей бабушки. Ее 25 января ее похоронили прямо с похорон, когда бабушка вернулась вечером того же дня, ночью того же дня, приехали и взяли ее. Из 6 человек, живших в этих комнатах, в коммунальной квартире, осталось 2, сын и дочь. Сын был студент, дочка, я уже сказал, школьница. Вот так они и встретили войну, который мой дядя погиб под Сталинградом. Смершевец застрелил его. Бежал и тянул линию до связи. А Смершевец решил, что он убегает с фронта и застрелил. Вот так, так от семьи остался на моей мать. Сейчас следует добавить, что семья была невероятно дружная, очень любящая, теплая. На огонек собиралась множество друзей. Каждую субботу они устраивали то, что в старину называл «Жуфикс». То есть такой день, когда всех, любой может приходить и всегда будут ему рады, и открытый очаг домашний, семейный. Ну и это, собственно, и стало поводом, не причиной, но поводом для обвинения. Вот эти все люди, которые к нему приходили и стали членами этой мифической контрреволюционной организации, все их, ну не все, но их имена некоторые я встречал в теле. Ну вот так. Бабушка вернулась из ГУЛАГа. Вот. Только однажды она сказала: хорошо, что Макса расстреляли сразу. Он не увидел того, что было потом. Вот так.
Ну, то, что я хотел бы рассказать о деде, можно, конечно, было бы еще что-то добавить. Но я думаю, что в целом мы почувствовали, насколько это все болит до сих пор, насколько это все ужасает своей реальностью, своей несправедливостью. Моим делом занимался, делом моего деда занимался Ирина Старикович, ей помогал ее муж, мой старинный друг Михаил Шенкин. Ну и всем тем, кого я не знаю, но кто участвовал в этом, кто в дальнейшем будет участвовать в этих акциях. Огромное спасибо. Я в этот подъезд впервые вошел в 1963 году, думаю, в самом конце, потому что в класс, где я учился, пришел рыжий мальчик Володя Сайтанов, и мы с ним моментально, как говорил Зощенко, подружились на почве каких-то вдруг возникших общих интересов. Но он стал бывать у меня, я стал бывать у него, и я узнал его родителей, Ольгу Миронну, его маму, Аркадия Иосифовича, его отца. И Ольга Миронна сразу на меня произвела необыкновенное впечатление тем, что такой необычайная смесь нежности, доброты и печали. Я, конечно, не знал истории семьи, узнал ее только позже. Но вот эта тонкая, маленькая, изящная. Не сказать, что всегда грустная, но мне все казалось, что из нее какая-то легкая нота печали исходит. Такой она была до конца ее дней. И вот эта печаль, мне кажется, сейчас вот как-то радиирует эта табличка, вот это зияние на месте невинного погубленного человека, заставляет меня с грустью и тоже печалью вспоминать о них и в то же время с радостью от того, что мы как-то запечатлели их память. И другие люди тоже об этом узнают. Спасибо. Спасибо, Миша, большое.